Хотим на рейле переместиться. Сауди кап. Самец, самец. Хочешь? Вот перчик. Билеты покупать. Хотим на рейле переместиться. Тут минут 10, наверное, на рейле, а потом уже где это принцесса. Пещера принцессы и залив принцессы. Тоже там хотим сегодня провести время. Сейчас вот здесь билеты можно покупать. Стоит 100 туда, 100 назад, 200. Короче, вот так. В любое время. Как набирается группа. Ну, в принципе, все быстро. Сейчас пойдем посмотрим. Вот здесь собирается точка сбора. Сейчас вот здесь билеты тут же покупаете. Ждать долго не пришлось. И, короче, все. Капитан пришел. И мы за капитаном на лодочку. Номер 66. Yeah, Captain. How are you, Captain? Так, сейчас грузиться будем. Вот наша лодка. Загрузились, в общем-то. Сейчас будем отчаливать. Я сел возле мотора. На рейле. Быстро прям, 5 секунд и все, и мы на рейле. Классная природа, видите, ну наша задача сейчас пойти. Пещера принцессы. Да, и лагуна принцессы. Затаримся пиво сейчас в магазинчике здесь, потому что там нуль, ничего не продают, и очень много туристов приезжает. А мы здесь решили не таскать с собой, прям на рейле купим. Магазинчик здесь неплохой, не такая большая разница. Так. Хочу сказать, пока туристов мало, и мы двигаем каякинги, видите, здесь очень пока много свободных. Это означает, что мы приехали нормально. Вот так сейчас. Саладикап. Красотища. Опять мы здесь. Как себе домой уже, серьезно. Саладикап. Так. Сауди кап. Так. Прикольненько, конечно. Мы сейчас в магазин и поскачем по короткой дороге на другую базу. В магазине взяли, в общем-то, попить. И возвращаемся назад на пляж. Здесь есть дорога близкая, короткая. Здесь тоже дорога есть, в принципе. Но
она под Линчью. Сейчас лучше мы вернемся, обойдем через отели. Есть такая дорожка там, уютненькая, прикольная. Сейчас покажем. Так вот, если хотите побыстрее, да и здесь тоже можно было пройти. Но мы хотим так вот, через отели. Так, ребят, вот оно, видите, указатель. Вроде невзрачный, вот дорожка. И вот здесь идете и быстрее попадаете к принцессе. Вернее, там она утонула, и легенда, как говорится, сложилась. Ничего. Вот так ломанулись. Может, здесь все эти проходики знают. Вот так. Опа, опа. И все, дорога идет вперед. Быстрее дойдете. Вот она. Видите? Все. И вон там, уже на том конце, уже другая сторона полуострова, море. В общем-то, идем. Вышли на другую сторону полуострова, туристов здесь, вот сюда прибывает вся группа и потом топают уже к принцессе. Вот смотрите, отлив, деревья сухие, уже пришли. Тропа вот эта идет вдоль скальных этих. Ну, стоит сразу, обезьян нельзя кормить и все такое. Ну, пока обезьян я не видел, в прошлый раз были здесь прям. Ходили. Вот какие места красивые. Скалы. Отель здесь с этой стороны. Фу, жарко. Сколько много туристов. О, как сюда возят вот, пачками. Ну да, когда-то мы тоже ходили сюда. Только нас привозили прям напрямую на пляж. А здесь, видите, все изменилось. Ну, красивые места. Обалденные. Фух. Скалы — это просто фантастика. Не знаю, человек бы так не сделал, как сделала природа. Кто-то пытается еще туда забраться. Ну, мы идем вперед. Не солить. Все такое. Природа шикарная. Красиво. Да, вот обезьяны кричат там что-то. На деревьях. Но на заборе пока их не видать. Они, наверное, попозже вылезут. Еще спят. Завтрак у них еще не наступил. Вот это природа. Когда хочешь, да, и туристом выходишь, и, в принципе, завтракай сколько хочешь. Что дадут? Да, буфе. Обалденские прям скалы висят. Видите, ребят, прямо спускается. Я не знаю, сколько миллионов лет, что вот это образовалось. Когда-нибудь это рухнет. Вот прямо над головой у нас. Обалденский. Красиво. Вышли мы наконец-то на другую сторону. Воды здесь значительно меньше, но туристов еще больше. Обалденски. Какая красота. Вот эти сами скалы. Красиво. Туристов огромное количество. Обалдеть. И вот карабкаются некоторые. Фантастика. Смотрите, сразу скальные такие из воды. Эй, туристы, привет. Ну, что-то говорит. Даже тайцы сами путешествуют. Обалденский, какая красота. Вот здесь уже второй раз за это время. Ну, блин, фантастика. Ребята, просто
Не устаю удивляться, смотрите, какая бомбическая. Офигеть. Пещера бомба. И Мария тоже устала. С меня ход градом. Сейчас туда пойдем на пляж и засядем, будем купаться. В прошлый раз мы приходили, здесь было все в воде, а сейчас, смотрите, свободно, как говорится, от воды. Идешь по суше, прикольно. Ну, здесь ничего не продают, здесь есть пару отелей. И то они охрана не пускают сюда. Иди, говорит, в другое место пить свой коктейль. Короче, вот так. Ну, туристов здесь всегда много. Ну да, здесь интересно. Хорошая, красивая природа, море. Смотрите, какое море. Это просто бомба. Лучший пляж на земле. Кто здесь не бывал, тот мира не видал. Так что, ребят, смотрите, какая красота. Шикардос. Это просто фантастика. Обалденски. Да, идешь по такому пляжу и думаешь, для чего живет человек на этой планете? А вот чтоб такие места были, чтобы он приезжал и смотрел. Красиво. Фу, ну жарко. Так и тянет сразу в воду. Мария, тебя тянет в воду? Да, я сейчас окунулась. Ну сейчас и сядем, деньки, пойдем купаться. А жара, красота, видите, какой здесь вид, фантастика. Один вид просто бомба. И еще есть тенек. Так что туристы пока вот так рассредоточены. И место, ну, приезжают группами, тут им, наверное, по часу дают. А потом все, чух. Короче, можете вот там покаячить, поплавать туда к скалам. А так, в основном здесь только загорать, купаться, любоваться природой. Фантастика. Сюда не пускали меня в прошлый раз. Ну, вообще-то, здесь приватный отель, только для местных жителей. Ну, в смысле местных туристов, которые там и живут. Фух. Здесь нет ничего, но там, правда, кстати, есть мороженое продают. А так, в общем-то, больше ничего нет. Воду берите с собой обязательно. Ну класс. Время идет быстро, стремительно. Смотрите, какое море красивое. Солнце встает все выше и выше. Обалденски. Ай-яй-яй-яй-яй. Такое море вы не увидите нигде. Ты как уже тайландка стала, говорит. Савадика. Савадика. Краби, друзья, это Таиланд. Горячее море, горячие женщины, Таиланд. Ребят, покупался сейчас, жена твоя поныряла, ну, на троне полетал опять. О. Обалденский, обалденский пляж. Так, кто? Кому что? Жена хочет вот. Даже... Нет, мне надо фотографию. А. Даже рубашку взяла у мужа. Ну так, конечно. Будешь должна. Вот так. Ну вот идем. В общем-то, вот такой пляжик. Туристов и по сравнению с прошлым разом не сильно много. Или может быть так же. Не знаю.
Ну вода обалденская, бомбическая просто, смотрите. Офигеть. Виды шикарные. Песок, я не знаю, как вам пляж сказать. Ну идеальный, идеальный. Отлично, здесь и каякинги, и вот, вот такие горы. Горы, аллилуйя. Офигенская вода. Смотрите, какие вход плавный, пологий. Ну, долго не надо идти, сразу можете и поплавать. Смотрите, какая шикарная местность. Пляж обалденский. Полетал на дроне, еще итальянцы рядом с нами, нам еще нам помогли пофоткать. И я говорю, о, земляки почти, итальянские соседи. Ну, в общем-то, так. Ой, какая красота, вот такой здесь пляжик, шикарный. Народу не сильно много. Вот такой заливчик. И принцесса когда потонула, и теперь видите, как теперь стал это как бы место не только для туристов, но и для тайцев, которые приходят сюда, приносят всякие хрены деревянные, ставят там пещеры. Ну а туристы вот так тащатся. Красивая вода и шикарный вид, ребята, шикарный. Лучше не придумать. Фотографии здесь получаются просто идеально. Я вообще классно. Ветер поднялся обалденский. Да, ну ничего. Туристы тоже здесь не обращают внимания на ветер. Кажется, что температура упала, но солнце жарит, мама не горюй. Здесь, в общем-то, ну, запашок такой пошел, марихуаны, каннабис или как там. Чувствуете такой это настрой красивый и позитивный.
энергия позитивная здесь. И каждый, кто здесь побывает, в общем-то, наберется энергии. Ну, тот залив вот здесь, и, как говорится, негативно утонула принцесса. Ну, не знаю, правда это или неправда. Ну, в общем-то, тайцы вот это все раздули. И вон там в пещерах есть это храм. Не храм, а как бы, я не знаю, подношение делают. Да. Такая красота, обалденски. Вода прибывает, я не знаю, какие здесь циклы. Так что, 2 дня назад здесь мы шли по воде. А сейчас идем по суху. Вот так. Столько много туристов со всех стран. Офигеть. Ну, интересно пообщаться. И в любой момент, в любой момент вы можете поговорить с ними и сказать, как вы живете там у себя в стране. Или они вам расскажут. Вот здесь побольше туристов. Сейчас подойду к пещере, где это, подношение, короче. Ну вот, в общем-то, это и есть пещера поклонения. Тайцы приносят сюда подношение к богине природе. Да, ну, конечно, свечка горит, не знаю почему. И язычество, не язычество, ну, факт остается фактом, что помогает. Принес деревянный член и получил ребенка. А вот здесь туристы. Да, вот здесь пещера со всякими принадлежностями. Хотите большого ребенка, получайте вот такого большого. Хотите поменьше, получайте поменьше. Ну, вот здесь отработанный материал уже лежит. Девочку хотите, пожалуйста. Вот такой маленький и нормальный. Отстругаете, если сами, то вообще отлично. Молодцы. Ну, тут лежат тоже уже, как говорится, женщины довольны и наслаждаются жизнью. Рядом тут скалолазы, альпинисты, так сказать. Вот готовятся профи. Профи. Сейчас туда, наверх. Вот так туда. Thank you, thank you. Так, молодцы. Профи, профи. Так. Такой по веревочке, я не знаю как, да, забираться. Рядом лежат туристы. Туристки. Beautiful, beautiful. Так вот. Ну и идем дальше. Очень много туристов. Отдохнули на этот пляж, двинули на рейли. Так, здесь туалет платный.
И дорога вот такая узкая. С одной стороны отель, а с другой стороны скалы. Туристов здесь всего хватает. Очень много. Ну, колоритные. Вот эти. Как будто вулкан спускался. Прикольно. Нет, красиво. Интересно, конечно, погулять. Посмотреть это все хозяйство. О, как сталагмиты и сталактиты. Фоткаются много. Ну, заезженный. Я смотрю, дорожка уже в песке. Ну, ничего. Мария, тебе нравится это все хозяйство? Вообще классно. Такой колорит. Супер. Очень нравится. О, как болтает хорошо. О, с кем он разговаривает? Прикольно. А, вот девчонка идет. Индийцев много. Назад идем, вот обезьяны здесь. И девчонки их фоткают. Но они боятся обезьян почему-то, не знаю. Девчонка, вы залазьте на забор. Боитесь? Не бойтесь. Так. Ну, обезьяны вот бананы питаются, отдыхают. Ух ты, варанчик здесь прибомбился. Хороший варанчик. О, хороший варанчик. А вы здесь экскурсия или как? А мы здесь живем. Хорошо. При месяце? Вы даже не представляете, в Германии надо больше работать, чем в Казахстане. Две недели отпуска, все. И остальное время работать. А у вас сколько в Казахстане? Ой. Нет, нет, правду говорите. Камера вас смотрит. 21 день. Не может быть. А как здесь люди по 2 месяца это зимуют? А госслужащие так, 45. О, листик держи. Упал. Держи. А вы откуда? Ребята, а вы где отдыхаете-то? А? Нет, отдыхайте. На Кате. А? На Кате. А, кота? Да. Пукет? Да. А, классное, хорошее место. А мы уже опаздываем. Да ничего, не торопитесь. Мы... У нас сабай-сабай. Ага. И еще язык показал. Вот это да. Круто, да? Понесла, конечно. А другого сейчас, да? А, да. Давай, я сама пью опять. Самец. Кто хочет дернуть за хвост самца? Вот здесь туристы садятся на кораблики. Мы уже опять пришли назад. Очень много народу, смотрите. Прикольно. Со всех стран мира. Ну, все дружелюбные, все такие позитивно настроенные ребята. Вот серьезно. Хорошо, мне нравится. Не зря говорят, страна улыбок. Улыбок это Таиланд. Торопятся девчонки. Куда торопятся? В Казахстан торопится, да. Побежали. Ой, здесь фотки, мотки. Короче, туристы. Туристы садятся на катер. И уходит этот катер на Пхукет. Вот так. Так, России привет и Казахстану тоже. Давайте, удачи вам всем. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все, идем. Обратно по тропе на пляж Рейли. Ну, устали, хотим есть. И там, наверное, еще покупаемся.
засели, короче, ресторанчик. Ну, большой такой. Ну, здесь подороже. Вот чуть дальше здесь маленькие такие ресторанчики, подешевле я смотрю. Хотя 10-20 бат разница. В принципе, нормально. Пиво, кстати, здесь не подают в этом ресторане почему-то, наверное. Я говорю, в некоторых ресторанах проблема. Здесь это мусульманский район, и с алкоголем они здесь построены. Ну и хорошо, с другой стороны, ничего страшного нет. Ну, в общем-то, пиво я пошел, сам сходил в магазин. 2 метра. Так что все нормально. Мария, не знаю, заказала ты что-нибудь себе? Я себе заказала шпагетти болонезе, ну, пиццу, хотела пиццу, пиццы нету у них, что не знаю почему. Ну, так, другое ничего не хочу. Короче, шпагетти себе заказала. Принесли мне шпагетти болонезе. Такая паста. Вкусно вроде бы. Вкусненько. Греночка еще тут. Такой вот. Надо же. Хлебушек итальянской, да, в Таиланде так называемся. Вот это да, фантастика. Так, и мне принесли. Так немножко миниатюрненько кажется, но красивенько вот так сделано. Буду есть рис с курицей. Распространенная еда в Таиланде. И смотреть вот на такой вид. На море. Вкусно. Хочешь? Вот перчик. Остренький. Вообще хорошо здесь отдыхать. Чувствуете такое-то? Как они говорят, Сабай-Сабай. Ребята, мы на Сабае. Ну, это пляж Рейли. Перекусили, пообедали, в общем-то. Идем сейчас поплаваем. Такая наша жизнь. Отдых. Туриста. Вот такой пляжик Рейли после обеда. Отдыхают народ. Места достаточно. Сабай-Сабай. Короче, Сабай-Сабай переводится на расслабоне. Расслабуха, красота.
ребята, все, накупались на пляже Рейли. Сейчас лодочку найдем и туту домой. Лайки, ставим лайки, подписываемся на наш канал. И отдыхайте с нами, ребята, путешествуйте побольше, и будет вам счастье. Народу не сильно много, ну прикольный пляж. Вот смотрите, лодок полно, красивые горы. Так вот наша лодка, туристы собрались. И вперед. А говорит, мойте, мойте, мойте ботинки. И нечего мне лодку. Вот я помыл, чтобы не марать. Окей. Я помой, помой, говорит, грязный. Не-не, грязный, говорит, вон песок. Песок, видишь? Они говорят, он говорит, помой, помой. Вот так, как я. Быстрый разворот и по газам. Пляж Рейли.